Итак, Владимир Шенин, Володя. Да. Вообще супер гонка, правильный выбор шины, поздравляю. Спасибо. Сначала было, наверное, нелегко, да, на этой шине ехать? Ну, да, конечно, был риск определенный, и как бы мы не знали, насколько быстро будет просыхать, но после первого круга я понял, что все будет хорошо, что нет такого провала по темпу, и уже подсыхает, и что мы однозначно будем бороться за победу. Слушай, ну, по-моему, на пятом или на шестом круге мелькнула молния где-то там вот. Был такой звоночек, что сейчас вот может ливануть реально. Вот тут как бы все так это охнули немножко. Да, ну сегодня удача на моей стороне. Видать, приехали родители мои на гонку, и мне сегодня повезло. Слушай, ну ты так это кучу денег потратишь, если родители будут ездить на все гонки, нет? Ну а что делать? Все ради победы. Ну ладно, мы тебя поздравляем. Ты большой молодец, конечно. Здорово, шикарно. Спасибо. Молодец, Володь.